Так, ребята, всем привет. Продолжение видео, как я буду модернизировать свой мотоблок. Вот, а модернизация пойдет, это речь пойдет как раз о том, чтобы немножко убрать... Так, с завода на самой конструкции установлена очень жидкая площадка. Вот площадку мы будем переделывать из вот таких вот уголков. Уголки, по-моему, 45 на 45. Натягиваются... Натягивать ремень, они будут вот так вот. То есть мы будем сбоку. Для этого есть как раз место. Вот такие две площадки. Вот. И сверху планирую поставить вот такую толстую резину. Вот я уже подготовил, в дальнейшем просверлю. Вот поставлю. И уже через вот эту площадку вот станет она и закрепится. Так, ну все, двигатель сняли, вот хочу показать, какая пластина была здесь. Вот такая вот. Теперь вот на это место у нас встанут вот эти вот. Thank you.
сюда. Так, ну все, процесс подготовки. Процесс подготовки пошел. Сделали вот такую проставку. Заранее были приобретены вот такие чуть подлиннее болты. Которые, наверное, придется оказались немножко длинноваты. Сейчас мы их попробуем немножко пильнуть. Так, ребята, вот я поставил, короче, уже все испробовал, испытал. Не работает конструкция из-за того, что вот эта площадка намного выше. Вот это. Ну ничего страшного. Сейчас будем делать, изобретать что-нибудь другое. Сейчас все это добро хозяйство разберу и продолжим. Так, ребята, модернизация с помощью этих уголков. Короче, что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и поэтому пришлось
немножко переиграть. Резиновую пластину засунул просто под ту конструкцию, которая была предусмотрена заводом. Сейчас посмотрим, как она пойдет. Первый запуск после модернизации. Самое интересное, в принципе, для чего мы все это делали, сейчас обращаю внимание на вибрацию. Она есть, но она мягкая, не такая. То есть получается, работает мягенько. Так, ну давай ближе, я вам еще покажу все это. Вот, смотрим. Куром, да, Вовка? Да вроде бы. Резиновая пластина. Теперь на нем лежит двигатель. В принципе, к чему мы шли, того добились. А почему? Вот эта вот высота не дала. Так, ну посмотрите, какая разница. Еще плюс получалось, плюс вот эта пластина еще добавочно. То есть двигатель был приподнят еще на сантиметров в общей сложности, так, 5, ну, наверное, сантиметров 8. И тем самым вот этот ход ремня здесь вот с этой стороны, вот этот шкив был выше, а вот это уровень, который сейчас стоит, вот, и поэтому как-то, короче говоря, вот этот шнур я не мог просто-напросто натянуть, и вот этот вал у меня просто-напросто
задевал об этот шкив уже. Так, ну посмотрим теперь, какое-то время он поработает с тобой, и посмотрим, как все это отразится на руках. Ну, если честно, вот значительное улучшение я уже чувствую. Вот, это даже возьмем по вибрации мотоблока. То есть, когда стоял без вот этой пластины, вот, существенная вибрация была. Вот сейчас я еще попробую на большом ходу. Вот, и уже определимся. Опять начинается дождь, сейчас я соберу чехол. Хотел сегодня его немножко помыть после всех этих процедур сенокоса туда-сюда. В общем, ну, не буду, наверное, этого делать. Вот. Еще остается мне заварить сюда вот две петли. Это для того, чтобы батя отцеплял сено. Вот, и в принципе, на этом все. Ну что, всем спасибо за внимание, всем пока.